Вопреки попыткам идеологических диверсантов разгромить военные подвиги белорусов, возрожден мемориал «Разгром» в память о массовом партизанском движении белорусов. Мемориал находится на границе Смолевичского и Червенского районов, в гуще леса с 1975 года. Урочище Стриево – это место последней дислокации партизанского соединения бригады «Разгром». Ее бойцы в годы Великой Отечественной уничтожили 300 фашистских поездов и почти 15 тысяч нацистов. Здесь же, на лесной поляне, до сих пор есть кладбище партизан. Там возвышался раненый солдат, которого в 2017 году разгромил вплоть до подошв ураган. Год назад на республиканском уровне заговорили о спасении солдата. Скульптуру отлили с нуля. Сегодня символичное открытие в канун важной вехи в истории войны. 29 июня 1941-го была издана директива о формировании на оккупированных территориях Советского Союза партизанских отрядов. За 4 года Советский Союз победил захватчиков, потеряли, по оценкам экспертов, историков, более 27 миллионов человек. Это огромные жертвы. Они ни в коей мере не сравнимы с теми жертвами, которые пытаются вознести на пьедестал те, кто открыл Второй фронт и пытаются присвоить нашу победу. Мы восстановим все памятники. И, безусловно, в этом сражении с коллективным Западом, с неонацистами, мы все вместе победим. Разрушение памятников – это знак неблагодарности и даже более того, стремление переступить через память народа. И это очень плохой знак. И человек, который не хранит благодарность, он лишается мира, спокойствия в душе своей, несет определенные последствия воздаяния божественного. Один из спонсоров возрождения мемориала и Беларусьбанк. Крупнейший в стране банк выделил средства в рамках своего тематического социального проекта «Пространство вдохновения». Его цель – реконструировать и благоустроить культурные и исторические святыни. Так воспитывают молодое поколение патриотов сотрудников Беларусьбанка и заполняют пробелы в исторической памяти о подвиге белорусов в годы войны. Вы знаете, я искренне рад этому, потому что действительно это мое семейное. Мой отец был участником этой войны. Мама познала ужасы концлагеря. Поэтому я отношусь к этому по-особенному. Это мое отношение. Ну а многотысячный коллектив Беларусьбанка практически в каждой семье наших сотрудников были бабушки, дедушки, папы, мамы, которые непосредственно жили в то время и участвовали в разгроме фашистской Германии. Поэтому мы будем это делать. Это наш долг перед тем поколением, которое дало нам мирное небо над головой, мир и независимость нашей страны. Средства на восстановление мемориала выделили многие некоммерческие организации, неравнодушные частные лица. Инициатива от культурно-просветительского учреждения «Путями культуры» – это первый адрес победы в туристическо-воспитательном движении. Для команды проекта это не просто восстановление памятников, а вакцина для иммунной системы национального организма и полноценная битва за ценности.